Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации в его стране. Заседание созвала Великобритания. Обвинив российские войска в совершении военных преступлений, Зеленский призвал международное сообщество привлечь Москву к ответственности. На сегодняшний день в результате действий России на территории моей страны совершаются самые страшные военные преступления за все время после завершения Второй мировой войны, сказал украинский президент, задавшись вопросом, где безопасность, которую должен гарантировать Совет Безопасности. Хочу воспользоваться виртуальным участием в нашем заседании президента Украины и обратиться непосредственно к нему. Мы оставляем на вашей совести бездоказательные и огульные обвинения в адрес российских военнослужащих, которые не подтверждаются никакими свидетельствами очевидцев. Ответил на это представитель России при ООН Василий Небензя. Немедленно прекратить войну на Украине призвал генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, подчеркнув, что речь идет о полномасштабном вторжении постоянного члена Совбеза России на территорию другой страны. Из-за своего характера, интенсивности и последствий война на Украине – один из величайших вызовов международному порядку и архитектуре глобального мира, основанным на уставе Организации Объединенных Наций, сказал Гутерреш. Война на Украине тем временем продолжается. Сотни мирных жителей пытаются бежать на запад с востока страны, опасаясь наступления российских войск. Поезда переполнены, и на автомагистралях образовались многокилометровые пробки, чтобы не оказаться в зоне боевых действий.